Выездную приемную администрации Северского района провели в Доме культуры поселка Ильского. Граждан принимали руководитель служб, предприятий, организаций, глава района и его заместители. Вопросов у жителей накопилось много. Это и отключение электроэнергии, качество воды, медицинского обслуживания, льготы для пенсионеров, тарифы на вывоз мусора, земельно-имущественные отношения, грейдирование и отсыпка улиц. Каждое обращение приняли в работу, часть вопросов глава взял на личный контроль. В этом месяце состоится еще одна выездная приемная. Мероприятие пройдет в Доме культуры Станицыного Дмитриевской 17 августа в 16:00.